Внимание, Рамуль Риос. Крым в этом году рискует остаться без урожая кориандра. Заболевание этого растения, дающего пряную приправу, обнаружили на экспериментальных полях предприятия «Крымская роза». По словам специалистов, подобные вспышки болезни кориандра не наблюдали последние 50 лет. Природно-климатические условия создают благоприятную среду, и романериоз очень сильно развивается. Поэтому основная наша задача о том, что он выявлен. Сегодня будут оповещены все начальники управления. И, конечно, очень важно сегодня оповестить всех сегодня владельцев полей, кто занимается кориандром, чтобы приняли меры и уже дали команду по предприятиям, которые имеют средства защиты, обязательно поставку этих препаратов в Крым и обрабатывать наши поля. Если не принять своевременные меры, рискует быть зараженным и озимый, и яровой кориандр по всему полуострову.